Сэкономить сейчас пытаются и на инвалидах. Бюджет фонда социального страхования в этом году хотят урезать. А значит, нуждающиеся свердловчане могут остаться без бесплатных колясок, подгузников и пеленок. По словам чиновников, это связано с тем, что список страждущих постоянно увеличивается, а денег больше не становится. Как рассказывают в фонде, только в этом году к ним обратилось на 4000 человек больше, чем в прошлом. Причем один клиент порой подает по 5-6 заявок на разные средства реабилитации. Того объема средств, которые выделяют на инвалидов сегодня, недостаточно. Пока денег хватит лишь на то, чтобы оплатить 2/3 пожеланий. Ситуацию осложняет и общий рост цен. Подгузники, коляски, протезы дорожают. При этом бюджет самого фонда, по слухам, собираются уменьшить. Насколько, чиновники не говорят, мол, окончательное решение еще не принято. Поэтому и конкретики, как распорядятся этими деньгами, до сих пор нет. Совместно с общественными организациями смотреть, как мы будем расходовать эти деньги. Но на сегодняшний день у нас из 173 миллионов, вот минус 26 миллионов компенсации, у нас объявлены все процедуры.